Привет, мои любимые подшопители, с вами Джейд. И сегодня я снимаю видео под названием «Встретила педофила». Ну, как вы уже догадались, по фону и декорациям, я встретила педофила на пляже. Ну что ж, начнем. Это был обычный летний день. Это сейчас лето, короче. Я ходила по пляжу и вдруг увидела какого-то мужика. Ему уже тогда было 30 или 20 лет. Он спросил меня: «Хочешь ли ты выйти за меня замуж?» Я сказала: «Нет, мне всего лишь только 8 лет, я не могу это сделать». И да, мне сейчас тоже 8 лет. Тогда он сказал: «Ну хочешь, как хочешь. Если ты не выйдешь, то я тебя убью». «Не надо!» – закричала я. Я отошла от него. Он приближался ко мне, приближался. Я закричала: «А, мама!» И тут сразу же прибежала мама и сказала: «Вот что сейчас, а этот мужик хочет меня убить?» Потому что я не вышла за него. Тогда он позвонил в полицию. Больше его не видел, наверное, в тюрьме сидит. Ребята, если вам понравился видео, то ставь лайк, подписывайтесь на канал, жми на колокольчик, всем пока.